видно, что это за полноценно. Это я уже видела здесь укладчики. Цены, конечно, тут не снижаемые. Вот это интересная сумка. Не долезть. Ага, долезть. Что-то с ней. Интересная такая. Интересная. Не знаю, видно, нет. Видно. Все закрыто цветочками. Конечно, уже высохли, но тут постоянно обновляют люди цветы. Это место, где снаряд попал. В троллейбус погибли люди. Зашла в секонд. Ничего интересного. Я хотела, мне там двое джинс понравились, белые и ментоловые, мятные. Я подходила к ним, но за ту цену, за которую они пока что еще их готовы продать, я не готова их купить. Постою в скверике, подожду трамвай, поеду на Будюновку, заберу передатчику, которую мне Лена купила, моя подписчица, и привезла, заберу у нее. И приеду доделывать сидушки. Такая прогулка получилась. Я немного сняла то место, где троллейбус. Люди пострадали. Меня мама как раз тогда задержала, и я не оказалась в этом месте. Правда, я должна была быть на противоположной. На противоположной должна была быть стороне остановки. Туда, по-моему, там никто не пострадал. Но она меня задержала, и когда я уже выходила из подъезда, меня чуть дверью не прибило этим взрывом. Такая взрывная волна была, 6 остановок. Взрывная волна была по всему району. И до сих пор, как сюда попадаю, я понимаю, что я могла мимо проходить, я могла в продуктовый зайти, в котором стекла летели в тот момент. В общем, вот такие наши реалии были. Ну, сейчас, конечно, слава богу, немного по-другому все. Но, тем не менее, пока живем, ждем, что нам станет лучше. Ладно, я не о грустном, я о веселом. Еду к подружке, наснимаю сейчас еще там секонд. Зайду в 2 секонда. Что-нибудь интересное и покажу вам. А я и не знала, что здесь есть ход. Как хорошо. Что я хотела. Интересно. Смотрите, весовые вещи. Сегодня 250 рублей. Единица. Конечно, такую отхватят. Но я сегодня не готова. Я сегодня не готова покупать.
250 рублей. Единица. Между прочим, на меня куртец с капюшоном, как я люблю. Какая фамилия? Жанина какая-то. Боже, вышивка покрывала. Ой, какое для дачи шикарное. Гляньте, какая ручная работа. Если бы я знала, куда применить, я бы забрала. Классное кружево. Ради кружева купить. Сейчас взвешу. Как же я не засниму интересные тканюшки. Арсе, кстати. И вот что-то интересное такое. И вот на фрагментике, видите, какая гипюристая хлопковая вещичка, прям набивной такой гипюр. И вот я бы косметичку пошила с удовольствием, красивую. А это мой любимый рисунок и расцветка. Стоило бы оно рублей 50, я бы его забрала. Такой я нашла клатч, слегка сломанный, подвинтажненький. Очень симпатично сделан. Еще вот такой ремешочек. Боже мой, как я хочу этот платок. Уже 250 рублей, я его точно не хочу брать. Боже, он шикарный просто. И вот классный лоскуточек. Еще есть такая отделка, я обожаю. Гляньте, он какой-то именной. Сейчас мы прочитаем. Видно? Видно. Боже, какой он красивый. 250 рублей единица, не хочу. Да, в конце был шикарный платок, но 250 рублей, 200, я не готова. Я готова его была бы за сотню, например, взять. Но, конечно, очень красивый. Мне на косметичечку. На косметичечку или на кладчик. Все, я еду на Буденовку. Всем пока. Может быть, это будет отдельным видео. Поэтому всем пока, всех целую, обнимаю. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. И заходите еще ко мне на канал. И приводите друзей, делитесь в соцсетях. Все, целую, обнимаю. Хочу показать квилтовую свинку, которую я тут увидела. Смешная какая. Вот собачка хендмейд. Гав-гав. Сумки тут есть смешнючие, класснючие, смешнючие. Сколько она? 280, сегодня 140. Да, я засниму ее. Сколько она? 250 рублей сегодня. Классно. Рюкзачок. Сумочки интересные. Нравится мне. Блузончик такой легенький. Ну, это из разряда венчально-погребальный. О, какая веселая. Вот я, сирунец. Ля, какой прикольный-прикольный. Сколько ж он стоит? Это прям вышивка. 550, 10, 225. Ну, размер небольшой, между прочим. Штанцы-сирунцы. Я люблю такие. Я первый раз. Это бохос. Ну, это ж типа буха. Класс, да? 380. Очень даже симпатично. Драконы ходят. Ой, посмотрите, какой квилт я нашла. Кто-то делал. Какая прелесть, какой квилт. Сейчас я прошу прощения. Пришлось на пол расстелить. Если у нас его 170 рублей.